Сегодня должно состояться собрание актеров театра на Таганке, где они решат, кто же будет у них директором и художественным руководителем. Но пока, к сожалению, журналисты, которые столпились у входа, у служебного входа театра на Таганке, ничем не обрадовали. Им сказали, что заседание пройдет без них. Опять, возможно, кривотолки, поскольку актеры опять скажут, что какое-то мнение их переврали, не так поняли или не так процитировали. Сам Золотухин молча прошел в театр, отказался от интервью. Сотрудники пресс-службы сообщили, что ни одного журналиста на заседании актеров не будет. Сергей Шахиджанян, «Комсомольская правда», Москва. У нас по-прежнему единственное, нам нужно, чтобы на время отпуска и на время начала сезона был человек, который в курсе всего и которого, ну, все знают, уважают, чтобы не было никаких случайностей. Поэтому мы настаиваем на Валерии Золотухине.